«Золотая лихорадка» – уникальный аттракцион призотека и в то же время познавательный экспонат, где детям и взрослым предоставится редкая возможность побывать на месторождении драгоценных минералов и на собственном опыте ощутить все прелести и сложности данного процесса, погрузившись в азартную и увлекательную атмосферу фильмов «Лара Крофт» и «Индиана Джонс». Каждый сможет попробовать себя в роли охотника за сокровищами и, если повезет, собрать коллекцию драгоценностей и получить главный приз. «Золотая лихорадка» – это не просто аттракцион, это элемент комплекса развлечений через обучение. Поскольку во время игрового процесса дети получают знания не только о том, как проходят части процесса золотодобычи, но и информацию о добытых камнях, минералах и их использовании в реальном мире. Аттракцион «Золотая лихорадка» от компании Sky Production, запущенный в развлекательном комплексе «Золотая миля», отмечен руководством как лидер предпочтений посетителей. Билет на него бронируется за несколько дней. Компания Sky Production готова предложить вам множество разновидностей аттракциона как для работы на открытом воздухе, так и внутри парков развлечений, аквапарков, торговых центров. www.skyproduction.com